Чиппендейл вообще. Посадка весна этого года, конечно, работяга, трудяга. Красивый, невозможно. Это розочка Бельведер. Раскинулся. А вот это розочка Капри. Пока вот так вот. А вот здесь вот смотрите, какой я варвар. Я прям сегодня варвар. Но я решила, что хватит им надрываться. Пусть они уже начинают дальше работать. Это Джульетка. Все, что от нее осталось. Вот. Ну, кустик хороший вот сформировался. Я его подстригла. Я думаю, что сейчас все будет хорошо. Вот эта роза Татон. Красотка. Пахнет. Пахнет нежно, хорошо пахнет. Джульетта тоже пахнет, конечно. Чуть-чуть. Таким каким-то кисленьким. Кисленький такой какой-то запах. Это роза Фрэнсис Блейс. Пахнет, пахнет. Очень хорошо пахнет. Так, вот это Мами Дидьер. Но он как-то немножечко, мне кажется, в дальнейшем будет поинтересней. Ой, пахнет прям розовый, такой розовым маслом. Jubilee Celebration. Классный запах. Uptown Girl. Шрабик. Почти не пахнет. Uptown Girl. И Prix Pajeridut. Тоже не пахнет практически. Вот такие вот сегодня дела. Ой. Ну, вы видите первое цветение у этих роз. Первое. Вот. А здесь, значит, 4 розы. Джульет. Джульет Uptown Girl. Мами Дидье и Фрэнсис Блейс посажены были осенью. Кстати, Фрэнсис Блейс какой цветение дал. Вот он кустик. Вот, а Татон, Jubilee Celebration и Pajeridut посажены весной. Ну и посмотрите, весной посажен Бельведер. Чиппендейл.